В Люберцах стартовал основной день голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Ровно в 8 утра в городском округе открылось 167 избирательных участков. Сегодня члены участковых комиссий работают только в стационарных зданиях. Открытие нашего участка произошло вовремя, 8:00, все спокойно, тихо, народ идет, радостные даже, хочу сказать, люди голосуют, многие прям с радостью обращаются, что и меняется Конституция. На территории избирательного участка 1550 зарегистрировано 805 человек, имеющих право голосовать. По словам сотрудников комиссии, за 6 дней они приняли 60% избирателей. Сегодня, в основной день голосования, свой гражданский долг выполнил глава округа Владимир Ужицкий. Принимая участие в общероссийском голосовании, он отметил, что поправки, вносимые в главный документ страны, касаются каждого гражданина. Та конституция, которая была принята в 93-м году, она тоже была на тот момент времени и демократической, и своевременной. И до того времени она, наверное, была правильной, и мы по ней жили все эти годы. Но ничего не стоит на месте, и время просто выдвигает свои требования. Те предложения, которые были выдвинуты президентом, они в конечном итоге, если в сухом остатке, защищают интересы России, самобытность России. Именно позволяют конкурировать на мировом рынке. Процедура голосования завершится ровно в 20:00, но на этом работа избирательных комиссий не закончится. Сразу после закрытия участков они приступят к итоговому подсчету голосов по всем 7 дням работы. Луиза Егазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.